генерал Брусилов писал в своих мемуарах. Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная. Моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее не допустили. Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая эта война свалилась им на голову. Как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз я спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерцперц с женой были кем-то убиты, а потом австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы, не знал почти никто. Что такое славяне, было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Что же сказать про такое пренебрежение к русскому народу? Можно ли было при такой моральной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильнейший патриотизм в народных массах? Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует? Зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию. Знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине? Ролик подготовлен по блогу Екатерина II на сайте «Континенталист».